фамилию. На ваших экранах облетевшие уже все соцсети оперативное задержание посредника. Еще одного, затем и так называемого бенефициара, взяли позже. По версии правоохранительной, взятка предназначалась чиновнику одного из муниципальных предприятий. Чтобы акты о приемке выполненных работ по ремонту автодороги на одной из улиц Рязани он подписал быстро и, как говорится, широко закрытыми глазами. Ремонт дороги должен был быть произведен по муниципальному контракту стоимостью 10 миллионов рублей. По местам жительства и работы, а также в автотранспортных средствах фигурантов произведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, предметы и документы, подтверждающие противоправные действия. Комментарий от Следственного комитета получился детальней. По крайней мере, стало понятно, о каком муниципальном предприятии идет речь. В отношении сотрудников МБУ дирекции благоустройства города и работников коммерческой организации возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях. По данным следствия, заместитель директора МБУ дирекции благоустройства города через посредников двух сотрудников данного учреждения получил от представителя организации-подрядчика взятку в сумме 200 тысяч рублей за беспрепятственное и скорейшее подписание актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги на одной из улиц города Рязани, заключенному в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В официальных релизах имена задержанных предусмотрительно не назывались, только возраст – 35, 38 и 64 года. Но журналисты на то и журналисты, чтобы выяснить. Как сообщает информационное агентство «Рязань.Инфо», задержанным чиновником может быть 64-летний заместитель руководителя дирекции благоустройства города Юрий Новиков. Дело возбуждено сразу по трем статьям Уголовного кодекса: посредничество во взятничестве в крупном размере, дача взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере. По каждой из статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.